Так, народ, вот смотрите, эта штучка есть, но она не уходит в верстак. Попробуем, значит, переделать конструкцию. Я не знаю, почему оно так. Ой. Значит, мы сделаем с вами по-другому чуть-чуть. Поставим сюда. Ну, у меня блок гравия только есть. И поставим трубу сюда. И потом, как вы уже догадались, я думаю, мы ставим трубу вот так вот. По идее, она должна уходить туда. Вот, она должна выходить с верстака и уходить. А, двигатель не работает. Так. Блин. Вот с этими двигателями тут тоже заморочек куча. Тут вообще совсем заморочек много, потому что что-то чуть-чуть не так. Надо все переделывать. Так. Забираем это все назад. Идем сюда. Верстак. Получается, надо верстак ставить тогда именно сюда. Ломаем это все. Это все неправильно. Двигатель, все это ломаем, ломаем, крушим, ломаем. Так, все, вот теперь у нас все готово. Ну как готово? Наполовину. Мой чел хочет похавать. Придется его покормить. Ничего по-другому не сделаешь. Кормим. Теперь ставим вот этот станок. Во. Ой. Да твою мать. Так, вот, вот сюда. И ставим. Ставим трубу сюда. Значит, по сути дела, надо будет поставить нам двигатель вот сюда. Нет. Нам надо тут поставить будет блок, чтобы поставить двигатель. Ух, геморрой какой. Короче, надо. Нет, он так не будет ничего делать. Он так будет только мешать. Значит, надо брать камень. Ставить вот сюда блок. Ставить двигатель. И ставить под ним. Рычаг не зацепляет. Значит, вот так. Вот, все, заработал. Смотрим теперь. Вот, отлично. Теперь туда пошли вот эти штучки, которые должны в свое время делать вот эту коробку. Отлично, все, просто чудесно. Все великолепно. И теперь он должен отдавать эти штуки вот сюда. Вот сюда. Чтобы он отдавал их, нам нужен двигатель и рычаг. Двигатель и рычаг. Вот так. Сейчас посмотрим, как оно будет работать. Так, энергии у нас вполне хватает. Я смотрю, у нас тут капсулы вообще. Тут все полно. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы они тоже еще выходили и складировались в сундук. Если все работает, то отлично. Пол можно закрывать и все готово. Все это можно прикрывать до пола и радоваться жизни. Так, сколько мне еще надо? Еще два надо, вот, еще надо две такой штуки. Вот эти деревянные двигатели, они просто великолепные. Ну вот, в таких маленьких производствах это просто круто. Плюс вот это хорошо справляется. И еще там, наверное, в конце я все-таки поставлю. Сейчас вот я сделаю шершавую трубу. Шершавую, это означает из булыжника. Так. Доделаем еще стаки обычные железных труб. Вот так вот. И теперь сделаем из булыжника. Зачем из булыжника? Потому что она медленнее получается, чем просто каменная. И тут можно поставить еще из булыжника. Во, отлично, глядите. Первая коробочка пошла сюда у нас. А рецепт у нас остался. Потому что это автоверстак.
Все, теперь можно это со спокойной совестью застраивать, со спокойной душой. Так, все работает, теперь надо это все застроить, чтобы это не было видно. Мои крутые тут установки. Вот так вот. Во. Все, нормально. Теперь это все складируется сюда. Тут-то надо прорыть. Прорыть вот так вот место. Вот так вот, отлично. Все работает, ничего никуда не девается, все приходит сюда. Тут-то все. Так, ну тут я еще сейчас подшаманю чуть-чуть. Потому что эта труба сильно быстрая. И еще двигатель может разогреться. И он уже, наверное, там разогрелся, поэтому надо чуть-чуть сделать по-хитрому. По-хитрому сейчас покажу, как это сделать. Так. Так, смотрите, я приостанавливал видео, извиняюсь, ну, за то, что приостановил, не предупредил вас так. Я тут прокопал чуть-чуть, останавливаю пока производство, потому что двигатель разогрелся, и он, ну, может не успевать перерабатывать ресурс. Так, потому что очень маленький интервал. Что для этого требуется сделать? Шершавые трубы у меня есть, но только 8 штук. Поэтому оно где-то должно... Надо сделать побольше. Так, вот, сейчас я вам покажу, что я хочу сделать. Я сделаю побольше дорогу до... Так, убираем эту фигню. Короче, по... Ну, как вы поняли, по длине дорогу до этого... Шершавые трубы. Сейчас вам скажу. Ну, до нашего утилизатора. По длине дорогу, чтобы сырье шло длинней. Так. Вот тут все хорошо у нас сделано. Вот так вот. И сюда. Так, вот. Надо было удлинить. Мы с вами сейчас удлинили ее. Что-то я тут не пойму, где у меня тут труба идет. Я что-то запутался чуть-чуть. А, у меня тут вот так идет. Понятно. Мы ее сейчас уберем и поставим тут шершавую трубу. Шершавую трубу. Ага, она не ставится так. Надо было все делать из шершавой сразу. Проблема, проблема. Ну и ладно, не ставится, так не ставится. Поставим вот так и вот так. Вот у нас есть переход к этой трубе. Так. Определенный переход к вот этой трубе. И... Так. Вот получилась вот такая вот система труб. Змейкой. Сейчас мы запустим наш крутой деревянный двигатель. И будем наслаждаться... Как у нас все это дело перерабатывается. Еще надо поставить бэтбокс один. Бэтбокс. Сейчас я посмотрю, как его делать. Бэтбокс этот. Ага, аккумулятор, доска, провод. Я просто забываю иногда. Так, доски. Доски мне нужны. А, где доски у меня же были? А, вот. Аккумуляторы, так вот, аккумуляторы, доски, провод. Сейчас еще один бэтбокс сделаем с вами. Аккумуляторы, провод и доски. Вот, еще один у нас получился бэтбокс. Этот бэтбокс мы с вами поставим вот сюда. Вот так. Куда я его хотел поставить? Вот сюда. Только теперь тут надо застроить камушком. Вот так вот. И ставим бэтбокс.
Получается, он тоже заряжается. Так. Это как? Бэтбокс от бэтбокса заряжается как-то так, вроде бы. Но в то же время и отдает энергию этой штуке. Так, так как я включил двигатель, идет медленно пока мест. Ну и в то же время, так как медленно, у нас тут очень большая змейка. Она будет долго идти и в то же время перерабатываться нормально. Так что, ну, успевать будет эта штука наша перерабатывать. Так, отлично, вот, зарядились. А, он отдает свою энергию. Блин. Ну да, это неожиданный такой поворот. Ладно, есть еще у меня провода. Сейчас мы этими проводами... Я надеюсь, он не взорвется. Так. Убрать. Убрать, убрать. А, блин, нет, не убрать. А то что эта штука не будет работать. Вот так. И вот так. Во. Во, какая сложная конструкция получилась. Получается, тут бэтбокс и тут бэтбокс. Короче, получается, этот бэтбокс заряжает этот бэтбокс, и они вдвоем, в свою очередь, заряжают вот эту штуку. Переработку вот эту. Двигатель, что там у нас? Он уже разогрелся до красна, походу. А, не, еще не. Камни идут у нас. Сейчас начнет все перерабатывать. Шкатулочки. Что они, вот эти шкатулочки, делают? Из них выпадает много полезных вещей, но о них потом. Об этих шкатулках. Так, что тут у нас? Резина. Все, больше ничего тут нет. Нет. Теперь все складываем сюда. Все нужные вещи, все наши. И далее сюда. Все, так. Трубы. Трубы тоже сюда. Что теперь? Что теперь? Работает он хорошо. Быстро все перерабатывает. Это просто чудесно. Коробочки у нас идут сюда. Думаю, в принципе, такой темп и будет у него. Я так думаю, что, скорее всего, будет. Бэтбоксы заряжены. Два. Оба бэтбокса. Это хорошо. Капсулы есть. Теперь помпу. Надо сделать помпу еще. Я буду еще делать бензин, потому что еще нужен мне бензин. У меня тут еще колбы с бензином будут. Вот тут. Бензин, бензин. А вот бензин, это будет проблема. Ну, насчет бензина я, конечно, не знаю точно. Но это тоже будет. Когда точно, я имею в виду, не знаю, буду это делать. Но это будет точно, что бензин я сделаю. И у меня будут двигатели работать на бензине, наверное, и охлаждаться водой. Так, ну все вроде бы. Вот мы сегодня с вами сделали установку под названием этот. Я вот забыл опять, как вот называют эту фигню. Ой. Утилизатор, во. Утилизатор. Он теперь у нас перерабатывает ненужные всякие ресурсы в коробочке, с которых выпадают даже алмазы. Так. Сделали нехитрую, такую простую комбинацию, систему труб. Ну и так по мелочи. Всем спасибо, кто смотрел мою очередную серию в Майнкрафте. С вами был Бильбибер Герман. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну и всем спасибо и до свидания.